Здравствуйте, друзья! Еще одна квартира вот в этом доме. Жду, чтобы мне ее показали. Вот приехала пораньше, хочу вам показать вокруг. Это Сандаун, это опять остров Уайт. Вот, судя по всему, эта квартира находится здесь. Общая дверь. Вот такой дом. И давайте посмотрим, что у нас тут вокруг. Вот, похоже, Communal Garden. И похоже, что нижние этажи этот гарден занимают. Довольно неплохо, конечно, но единственный минус то, что рядом, посмотрите, это Main Road, центральная дорога. Вот она, очень много машин снует. И это будет шумно, конечно. Но ничего, уже по-другому не сделать. Вот на первом этаже, по-моему, очень неплохо расположилась квартирка. Может быть, это и она. Давайте дождемся. Давайте дождемся агента, который мне будет показывать эту квартиру. И зайдем внутрь. Или еще я пойду с другой стороны, пока у меня есть время. Посмотрим, как выглядит этот дом. Вот здесь вот парковка у них, судя по всему, для этих домов. Ну вот, написано, да, только для резидентов, то есть для тех, кто здесь живет. Вот так выглядит этот дом с другой стороны. И похоже, что вот это выход на еще один. И опять обратите внимание, рядом с туалетами, рядом с бачками для мусора стоит сушилка для белья. А дом, в который я сейчас пойду, вот он, как выглядит с другой стороны. Двухэтажный, обычный английский дом. Старый. Вот здесь еще одна дверь, но, наверное, что это не та дверь, которая нужна мне. И давайте покажу вам улицу, на которой расположен этот дом. Вот это Main Road, центральная дорога. Вот в ту сторону дорога на Райт. Видите? Это как раз тут доска расписывает все это. Сандаун Райт. Так, напротив очень симпатичный домик, но не продается, а только в аренду сдается. И вот видите, похоже, что он уже приехал. А это вот дорога туда, в Шанклин. Входим в квартиру, и сразу прямо у нас получается гостиная. Вот такая маленькая гостиная. Не знаю, сколько метров квадратных, опять тут у них не доспросишься. И выход, окно на центральную дорогу, которую мы с вами видели только что. Батарея, электрическое отопление сразу. Поясняю, так, отсюда выход, малюсенькая кухонка, электроплита и мойка, маленькое окошко. Это, ну тут вот видите, да, зашел и все, тут даже не развернуться двум человеком. Потом вот эта электроплита тоже берет очень много. Там для чего эти занавески, непонятно. Стоит всякий хлам. Выходим. И сюда вот такая вот спальня. Ну, спальня как бы даже и вроде и ничего бы. Но опять посмотрите здесь. Во-первых, в спальне стоит вот этот вот огромный бак, который нагревается горячая вода, называется танк у них.
Вот он, они его притащили, поставили сюда. Здесь вот такое помещение, ну, то ли просто подо что-то использовать, то ли можно использовать как шкаф. Но тоже не дверей, а вот эти вот занавесочки висят непонятно. Это все надо делать, если так въезжать. Посмотрите, какой ужасный вид просто на глухую стену. Вид из окна в спальню. И из спальни мы попадаем в ванная комната. Ванная комната опять без ванны, только с душевой кабинкой. Вот, может быть, на экране не видно, но вообще все очень старое. И все вот такое вот непонятно что. И говорят, что эту квартиру сейчас использовали вот также на сдачу, на холоды тайм. И эта квартира стоит 100 тысяч фунтов. Вот такой общий коридор. В общем коридоре три квартиры на одном этаже и три квартиры там внизу. Вот. Что по поводу лизхолд, аренды длительные, что по поводу оплаты, они ничего не знают. Когда я спросила у этого риэлтора, как давно это у вас квартира стоит на маркете, он сказал, что она только-только поступила. У них даже нет брошюры, чтобы мне показать. Вот они так стараются в срочном порядке все приходящие квартиры мне показывать. Спускаемся вниз. Вот такая вот центральная дверь, основная. Ну, в общем, судите сами. И сегодня у меня запланировано посмотреть две квартиры. Вот сейчас недалеко тут совсем, в этом районе Сандауна, находится вторая квартира. Давайте сделаем так. Мы сначала с вами посмотрим и вторую квартиру тоже. И потом я вам расскажу, что происходит. И о том, какие у меня новости вообще. Вторая квартира на первом этаже. Вот такая вот комната. И сразу из нее малюсенькая кухонка вот такая. Там, по-моему, немножко вниз по ступенечкам спальня. Но мы сейчас посмотрим еще ванную. Здесь вот ванная, туалет. Ну, как мне сказали, что все это сдается на данный момент. Живут люди, которые приезжают с материка. Посмотрите, какой ужас здесь. И вы знаете, пахнет сыростью все. Так, вот такая вот комната. Ступеньки вниз, она еще ниже даже, чем на земле. Как бы немножко под землей, да? Вот такое малюсенькое окошко туда на улицу. И все. Соси. Поняли, да? Такие вот жуткие ступеньки здесь. Укс, укс. It's look like cold. It's been empty for a long time. She hasn't been on the Ah, line it's for quite some empty. time. Ага. Yeah, so it's not been opened up or... Здесь вот одно только. Это just one windows. Correct, yes, yeah, you got the deluxe window in there. There's a little window in the corner of the kitchen, look. And it's, you tell me, 90? This one is, yes. Yeah. 90,000. 90. Yeah. All right, thank you. 90 тысяч квартира, слышали? И выход сразу из гостиной, выход на улицу. Ни крыши никакой здесь, ничего нет. Малюсенькое пространство. Как мне сказал риэлтор, вот такой у них садик тут. Ну какой тут садик? Тут постелен искусственный коврик, имитирующий травку. И выход на улицу вот по такому страшному проходу. Никто, конечно, тут ничего не ухаживает, ничего не делает. Точно так же квартира сдается. Единственное, что хорошо у этой квартиры, что здесь улица очень тихая. Это не центральная улица. Ну и
Вот так вот я показываю, выглядит этот дом. Вот такие две квартиры сегодня я посмотрела и вам показала. Если говорить чуть-чуть побольше об этих квартирах. Ну, первая квартира чем хороша, что она все-таки второй этаж. Вроде бы как неплохо. Но там минусы то, что стоит она на центральной дороге очень шумно. И дальше, что у нее нет ни садика, ничего. Единственная парковка перед домом тоже, может быть, оно и неплохо, но это не то, что может эту квартиру привлечь для покупки. Ну и дальше видели вы, что в эту квартиру надо также вкладываться, потому что там все эти занавесочки надо, конечно же, убрать и сделать какие-то двери приличные, нормальные. То есть опять, и также требуется ремонт, потому что жили люди там внизу, я не показала вам, там пол точно такой же, карпет, как обычно у них, ковровое покрытие. И еще мне там сразу напрягло меня, когда мы вышли, я стала смотреть вокруг, остановилась на лестнице, и на лестнице наверху огромное пятно, протечка. Огромная протечка в коридоре показана. Ну, как мне стал объяснять риэлтор, что это было давно и что это все прошло. Но главное, что уже была протечка, это раз. Ну, потом риэлторов слушать, вы же знаете. Они для того, чтобы продать вам все, что угодно скажут. Ну, а вторая квартира там, конечно, даже, я не знаю, мне она абсолютно не понравилась. Во-первых, представляете, да, вход из с улицы сразу вход в гостиную, малюсенькую. В этой гостиной ни одного окна нет, только вот это вот наверху такой малюсенький, ну вот, как сказать, просвет такой, да. И опять же, вот эти вот наверху окна, они очень часто протекают, и с ними замучаешься. Почему я постоянно говорю про протечку? Ну, потому что Англия, и потому что здесь дожди через день. Через день да каждый день, поэтому это все надо сразу смотреть. Ну и потом меня, конечно, удивило то, что такая крутая ступенька, ступеньки ведут, да еще вот с таким заворотом, поворотом, они ведут вниз в спальню. И когда я в спальню зашла, там затхлый запах сыростью. То есть понимаете, что эта квартира, она не имеет вообще никакого... Никакого плюса, я так понимаю, ничего там нет. 90 тысяч, вторая квартира стоит 90 тысяч. Вот представляете, какие цены, друзья. И, конечно, те, кто не живет в Англии, трудно сориентироваться, трудно что-то такое тут нам рассуждать. Но я знаю, что 4 года назад, когда я покупала свою квартиру, она намного лучше, вы же видели и помните мою квартиру огромную, светлую. Так вот, тогда, я имея свои 100 тысяч, я могла посмотреть очень много квартир. И они все, вот по крайней мере, вот такие клетушечки, манюпусенькие, сырые, они стоили в 4 года назад 70-75 тысяч, вот так. И то я думала, покупать, не покупать, вот зачем мне вот такая клетушечка, там же ужас, некуда просто повернуться. Я люблю большие пространства, а там сразу клаустрофобия, как говорится. Ну, в общем, вы поняли, что сегодня ни одна, ни вторая квартира мне не понравилась. И я не знаю, как вы, друзья, можете сказать, что вы думаете, но я нет, на этих квартирах я не остановлюсь, конечно же. Почему я показала сегодня только две квартиры? Потому что вот всю вот эту вот прошедшую неделю никаких больше новых квартир не поступало именно на наш остров. Ни в каком городе. Я уже расширила свои поиски. Я смотрю не только в Райде, в Сандауне, в Шанклине. Я смотрю и в Вентнере теперь. Я смотрю Сивью. Я смотрю даже Каус. В общем, везде. Ну и ничего нет. И то, что обещают нам, что будут квартиры по цене снижаться, я пока не вижу. Может быть, в конце года.
У меня все больше и больше складывается такое впечатление, что придется мне как-то договариваться, откладывать дальше, пока не закончится карантин, откладывать свой переезд. Во-первых, мне некуда пока переезжать. А во-вторых, вот понимаете, не знаю, как тут сказать, мне повезло или мне наоборот не повезло, но то, что сейчас из-за карантина, из-за COVID этого 19, все остановилось и считается форс-мажорные обстоятельства, как я уже вам объясняла, друзья, еще раз повторю, форс-мажорные обстоятельства считается вот этот вот ковид у нас сегодня на улице. И поэтому можно очень долго тянуть все эти вот свои договора, покупки-продажи. Точно так же мог тянуть мой покупатель, да он и тянул точно так же, потому что, как выяснилось, его нашли, представляете, еще в конце апреля, я, по-моему, тоже вам говорила, да? В конце апреля нашли моего покупателя, и они мне сообщили об этом только в июле месяце. Ну, потому что тогда вообще был глухой карантин. Поэтому я теперь точно так же могу очень долго сидеть. Я пока еще ни одной бумажки не подписала. Я очень мудрая черепаха Тортилла. Как только вы подписываете бумагу, значит, уже тогда трудно от чего-либо отказаться. А пока у нас все разговоры, договоры на словах. Может быть, их тоже так устраивает, но и меня это устраивает. Поэтому у меня есть время. Всегда можно сослаться на форс-мажорные обстоятельства и дальше смотреть. У меня на следующей неделе просмотр еще 3 квартир. Также я еще смотрю все-таки в Портсмуте кое-что, потому что Портсмут я могу переехать на вот этом пассажирском паромчике, и, в общем, туда я могу попасть. Это нет проблем. Но в Портсмуте тоже, вы знаете, как-то все приостановилось, пока квартиры не поступают новые, все одно и то же. И мне уже начали они предлагать, как говорится, лишь бы что предлагать. Вот предлагают эти дома over 60. Наверное, знают те, кто живет здесь в Англии, знают, что такое дома over 60. А для наших русских, русскоговорящих людей, живущих там, в России, я расскажу. Over 60, старше 60. То есть это первый шаг, я так понимаю, который приближает к дому престарелых. Вот. Ну, то есть, получается, вот такие они обычно, эти дома, они многоэтажные, over 60, там гостиничного типа коридоры, там есть охрана внизу. Ну, такое впечатление, что вы просто... Там нельзя ни шуметь, после 10 часов нельзя, чтобы никто к тебе пришел. Ну, то есть это уже, понимаете, такой, как сказать, как полутюрьма, что ли, я не знаю. Ну и потом, самое-то главное то, что эти квартиры продаются немножко дешевле, over 60, и вы заключаете там договор, что какую-то часть вы оставляете государству. Я вот даже точно и не знаю, но, скорее всего, что мне это и не понадобится знать, потому что я к таким домам никогда не обращалась и покупать их не буду. Ну, а пока я вам это все рассказывала, друзья, вы смотрели на экран, и, как обычно, я вас вожу и показываю красивые места опять. Так вот, это именно территория вокруг тех 2 квартир, которые я сегодня смотрела, это все город Сандаун. И вот в этих как раз улицах на этой территории я еще и сама не была. И вот с удовольствием с вами хожу. Бывает ведь столько много всяких уголков, свернул на другую улицу, и там уже все по-другому, вы же понимаете. Поэтому и мне интересно и самой все это посмотреть вокруг. Ну и сейчас я вам покажу, вот есть, вот посмотрите, Сан-Антонио Конвент. Конвент – это монастырь, монастырь Святого Антония. Он, конечно, уже не действующий, он закрытый, но он, наверное, стоит того, чтобы вам его показать. Вот такое вот основное здание этого монастыря. Он огромный, и территория вокруг тоже у него довольно-таки большая. Но сейчас, к сожалению, этот монастырь в запустении. Если видите, он зарос уже весь, и внизу вот эти груды кирпичей, там идет ремонт внизу.
Может быть, его даже, вы знаете, будут опять использовать под жилой дом. Здесь бывает такое очень часто, что монастыри или какие-то церквушки используют, переоборудуют и потом там живут. У меня люди удивились, но это так на самом деле. И сейчас мы с вами спустимся на набережную. Еще один кусочек набережной Сандаун. Мы по этому кусочку еще с вами опять же не гуляли. Это другой край. Как вы понимаете, все эти набережные, они же тянутся и тянутся и тянутся вдоль всего вот этого вот южного побережья нашего острова. И здесь люди любят гулять, и здесь всегда многолюдно. И сейчас я найду, как спуститься к самому синему морю, чтобы мы с вами послушали шум волн, чтобы мы посмотрели на чистую, прозрачную, красивую воду. Она настолько теплая и чистая, что хочется искупаться. Но я вообще без купальника сегодня, потому что когда я утром выезжала в 10 часов утра, то у нас было 16 градусов температура. Представляете? Но вот сейчас она, по-моему, 19, где-то так. Вот 19-20, может быть. Но тепло, ветра нет. И вода очень теплая. Если бы был купальник, я бы, конечно, искупнулась. Хотя у меня купальник всегда с собой есть в машине. Но, опять же, моя машина припаркована довольно далеко. Вот такой шикарный вид здесь у нас. Очень сегодня хорошая теплая вода. Посмотрите, какой обрывистый здесь берег, крутой. Об этом я вам тоже когда-нибудь обязательно расскажу. Ну, а сегодня, друзья, я с вами прощаюсь на этом. Всего вам доброго, увидимся, пока-пока.